Ну, я не знаю, слышит меня или нет. Сейчас мы находимся на свадьбе Максис и Маши. Таня тут немножко пускает. Раз, два, три. Тут идет полным ходом проверка и так далее подобие. 8, 9, 10, обзорчик для заснять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот официант ходит, проверяет микрофон. Ходит. Вот такой я красавчик, да, в синем бархатном пиджачке. А Таня в таком платье, которое она шила сама. Если что, подписывайся на нее. Это Илья. Мы на краю света. Немножко пиара. А там где-то, вот там где-то бегает моя Маша. Моя Маша. Она, как сказать, тиран всех, кого можно, гоняет всех, чтобы все делали все. Ну ладно, я думаю, попозже я покажу вам, что будет дальше. Сейчас мы подошли к столу, как этот стол называется? Президиум, да. Тут будут сидеть наши... Маша и Макс, в общем. Не, я хотел сказать, Любовники. Да, глупки наши. Ну, я не знаю, вот я никогда, вот я, вот когда у меня будет свадьба, я не буду сидеть один с невестой. Будет. Ну, это скучно же. Ну, ладно. Ну, ты так будешь потом всю жизнь с ней жить, ну да. Вот такие у нас столики здесь. Сколько там мест? Ну, помню, тут по 5. Столовку. Да. Ну, примерно 9 мест. Да. У нас сегодня будет еще одна ведущая Таня. Просто Таня. Я буду что просить? Ну, не знаю. Посмотрим. Тут где-то еще бегает Маша, надо ее поймать. А вот бегает Маша. Стоит указание. Сейчас она подойдет. А нет, да. Она вот не вот она делает указание, типа. Не, я Адольф Гитлер живет точно. Ладно, ладно. Он в нее переселился. Он переселился, да. Ну, как всегда, будет любимая шампанское Танина, Абрам Дюссо. А мне она не нравится, потому что один бокал у меня нет. До свидания, Герман, и да здравствуй, Адольф Гитлер 2. Вот идет моя Мария. Она уже такая чуть-чуть не в настроении. Пойдем, я буду фоткать. Вот сели отдохнуть, вот Таня лишь отдыхает. Кот тут выкладывает уже фоточки в Инстаграм. Маша уже заставляет одеться. Уже понятно, кто будет выходить. Я бы сейчас выпил, на самом деле. Я бы тоже. Ну, как будет? Я знаю, как будет называться этот блок, влог, типа... Я бы выпил. Бухи на свадьбе. Коми, крутая бабочка. Я уже показывал ее в обзоре, бабочка. Money Treasures. Инстаграм, подписывайтесь. И код Павлик. Ну ладно, все. Увидимся дальше. Учи, подписывайтесь. Ну, уже гости пришли. Пошел дождь. Это Егор. Ну, это Саня. Это кот. Тут очень много людей. Там очень много людей. А на улице! А там дождик. А давайте погуляем под дождем. Не, не хочу. Смотри, мы решили выйти. Нет, ребят, ну идите в жопу. Смотри, как он прикольно ударяет по глади воды. Да, класс. Смотрите, как прикольно бьют молнию в воду. Да. Он бьет как бы... А что, нет дождя? Есть. Потом будешь мокрый, тебе сказали, не напивай. Парни, никто никогда не купался в разу. Да. Уже прошло где-то полтора часа. Дождь идет. Ну ладно, час, я преувеличил, как всегда. Уже все, ну, мы с Таней уже заколебались. Вот столько.
и вот ждем, когда они приедут. Камера настает этот трепетный момент. Раз-раз. Ты кружилась в танце. Я был ослеплен твоей красотой. С первого взгляда. Я понял, что это судьба. Судьба стать самым счастливым человеком на свете. Я клянусь хранить наши чувства, нашу любовь. Я клянусь оберегать тебя. Клянусь всегда держать тебя за ручку и быть рядом. Поверь, вместе наша жизнь будет головокружительной, яркой, счастливой. И клянусь, я буду делать для этого все, и даже невозможное. Ты мой самый лучший друг. Ты моя страсть. Ты любовь всей моей жизни. Я хочу от тебя наших деток. Ты будешь самой прекрасной мамой. Здесь наши самые близкие друзья, наши дорогие родственники, любимые родители. И я хочу сказать при всех, что ты мое все. Я без ума от тебя. Я безумно люблю тебя. Родная, будь моей всегда. Друзья, нашим молодым выносят кольца, но и право первому достается, конечно же, жениху. Под ваши аплодисменты этот волнительный момент. Руки трясутся, нервы сдают. Как и должно случиться сегодня, в этот прекрасный день. Я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать. Ну что ж, все могут поздравлять наших молодых.
как обычно, остались вдвоем. Экран, вот сюда. Саженые, сейчас мы попробуем узнать, насколько же наши молодые дружны друг с другом. Итак. Готовы, да, уже? Букет на шлем, да, будет, а сейчас будет. Вот она, Мария, идет к вам с букетом, друзья. И традиции были. Ну что ж, поддержим. Предлагаю девушкам немножко скучнее стать друг другу, еще плотнее. И мы бросаем букет на счет 3. Готовы? Так, Мария, не запоминайте, где кто находится. Перемешались, остановились. Итак, на счет 3. 1, 2, 3! Аплодисменты! Мы поздравляем! Ну, свадьба прошла, как вы заметили. Все очень пухи, все уже начинают танцевать. Все танцуют, фоткаются. Там у нас друзья невесты и сами подружки невесты. Жениха я не могу найти. Он где-то здесь. Могу с братом жениха. Все, брат жениха. Ну, Никит, как тебе свадьба? Вот такая свадьба.